Экс-балерина Анастасия Волочкова рассказала о встрече с Аллой Пугачевой в Минске. В своих соцсетях прима сравнила свою судьбу с судьбой примадонны. Волочкова опубликована новый видеоролик. Балерина показала подписчикам отрывок концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Минске. С Аллой Борисовной Пугачевой у нас многое похоже в судьбе. Для меня большая честь, что она меня единственную пригласила для участия в ее спектакле «Тот самый концерт», написала Волочкова. Подписчики высмеяли такое заявление. После начала СВО Пугачева сбежала из России в Израиль и нелестно высказалась о всех россиянах, которые остаются на родине и проявляют свою патриотическую позицию. Ранее сообщались, что стилист Сергей Зверев высказался об изменениях во внешности Аллы Пугачевой после переезда в Израиль.